Именно охраны-то и недоставало во дворце творчества детей и юношества. Но поведаем историю с самого начала. Открывшаяся здесь голландская выставка базируется на чудесном принципе. Даже если все вокруг о тебе хорошего мнения, будь о себе мнение еще более лучшего. Экспозиция, организованная нидерландскими художниками, уверяет как детей, так и взрослых. Если вас дразнят рыжим, то здесь найдут, что веснушки вам к лицу. Если вас зовут очкариком, то здесь подумают, что вы здорово смахиваете на Джона Леннона. Здесь говорят о том, что красота может быть разной. Здесь вы сможете прочитать цитату из Конституции о защите личности, и читается она тяжело, так же, как и выполняется, ибо написана она в зеркальном отражении, милая символика. Короче, здесь вам еще раз напомнят, что все мы добры, красивы и милы. А это такие редкие, такие дорогие слова в нашей жизни. Все это лестно слышать и взрослым, хотя выставка организована для школьников. Их-то и обездолили в минувшее воскресенье. И вот сейчас уместно вспомнить об охране, вернее, об ее отсутствии. Неизвестные проникли в зал и похитили с выставки видеомагнитофон, а вместе с ним и кассету с записью, составляющую часть экспозиции. Таким образом, выставку в полном виде сумели посмотреть только 8 групп Державинского лицея. Они успели. Остальные 82 группы школьников города и не подозревают, что им здесь не хватает запланированного видеомагнитофона. Ну, пользуясь случаем, просим людей, которые совершили этот акт, можно даже сказать, злодеяние, вернуть хотя бы кассету, которая необходима для проведения этой выставки. Но если найдутся те люди, которые помогут нам и с видеоаппаратурой, то это будет просто, наверное, замечательно. Так, люди, верните, пожалуйста, кассету. Дети города не должны пройти мимо этой благотворительной голландской выставки. Хранители экспозиции очень опечалены произошедшим. Поэтому участникам и организаторам выставки, вероятно, более всех нравится один здешний экспонат – козел отпущения и связанный с ним мировой феномен.